здравия всем вам, друзья. С вами Лохматая Душа. Ребят, я всем сердцем благодарю вас за поздравления. Было очень приятно, неожиданно, очень много добрых, теплых слов. Я благодарю вас, ребят. Спасибо вам огромное. А теперь, ребята, праздники проходят очень быстро, а мы возвращаемся к нашим будням. Ребят, ну что нам делать, если наши будни, нам нужны стройматериалы, ну просто жутко нужны. Ребят, можете нам помочь? Нам нужны доски очень сильно. Вот сейчас мы хотим снять вот эти доски немного, чтобы закончить пол в новом вольере. Ребят, мы постоянно что-то переделываем, тратим на это время, но, к сожалению, у нас нет другого выхода. Ребята, пытаемся внутри, здесь экономить из ничего. Все, что получается. Я прошу вас, мои хорошие, помогите нам, пожалуйста. И еще, друзья, мы купили сейчас корм. Поставщик пошел нам навстречу, отгрузил немного больше. И мы должны сейчас 160 тысяч еще доплатить в течение недели. Ребят, я всем сердцем прошу, если можете, кто не отозвался, хоть по 100 рублей, друзья, пожалуйста, нам необходимо погасить долг за корм. Это первая проблема. И вторая, опять клиника. Ребята, сейчас, завтра выпущу ролик, покажу. У нас пес с переломанным бедром. И только что, буквально полчаса назад, нашли крошечного малыша. У него полностью раздробленная лапа. Ребята, а это опять клиника, это опять снимки, это опять финансы. Я не знаю, как быть. Пройти мимо, ребят, ну вы же знаете, что я не могу. Да и вы не можете. Я вам рассказываю сейчас про малышей. Я покажу вам сейчас фотографии. Ребята, я прошу вашей помощи. Приют большой. Мы здесь уже с вами, на Чеховской земле, уже почти 3 года. Ребята, и выживаем мы только благодаря вам. Я прошу вас, мои родные, отзовитесь. Ну, не знаю, какие слова подбирать. Я очень вам благодарна, а вместо того, чтобы делиться радостью, ребят, постоянно делюсь горем, постоянно делюсь болью. Мы выпускаем ролики о наших пристроенных. Я сейчас хочу запустить такой вариант небольшой, показывать наши будни. И хоть по 5 минут показывать эти ролики, чтобы вы знали, что происходит в приюте каждый день. Это тоже здорово. Но для этого надо купить на Олову маленькую камеру, чтобы я могла и снимала, и ходила вам. Хочу попробовать сделать даже прямые трансляции. Может быть, вам тогда будет интереснее, и вы более полно будете понимать нашу жизнь. Ребят, что сказать? Мы перед вами. Лохматая душа. Почти 2000 животных. И мы просим у вас помощи. Только у вас, друзья. Больше не у кого. Спасибо за то, что вы с нами. Дай вам Бог всего самого хорошего, что есть в этой жизни. И спасибо вам за дружбу, ребят. Спасибо. Спасибо за дружбу.